Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас в апреле на следующую встречу, которая будет посвящена детям. Мы будем говорить о том, почему, как влияет наша личность на воспитание детей. Не о том, как воспитывать детей, к чему мы обычно привыкли читать в книгах и слушать на лекциях, а как наши особенности реализуются в наших взаимоотношениях с детьми. Я вас приглашаю в апреле